вас комментарий, одну минутку буквально. Да, какие? Спасибо большое. Чуть поближе, если вам не сложно. Спасибо. Можете, пожалуйста, представиться? Аркадий. Что вы думаете о происходящем по этому поводу? Да, я думаю, что все-таки это все со временем наладится. Я не думаю, что дойдет прям до каких-то конкретных военных действий. Думаю, нас это пройдет стороной. Сейчас, конечно, чуть-чуть страшно, но я думаю, до конкретных каких-то последствий не дойдет. Звуки взрывов слышите? Это... Звуки взрывов слышали, да. Ну, истребителей не слышали, взрывы слышали. Ну, пока идем на работу, не надеемся, что все будет хорошо. У вас каждодневная жизнь продолжается? Да, пока да, пока да. А что, какие пожелания, что вы хотели передать? Да, ну, живем в таком темпе, ну, не первый же день, это с 14 года продолжается, это все постоянно. Просто уже хочется в спокойной жизни, чтобы все это закончилось. Я не думаю, что война это кому-то нужна. Что вы думаете по происходящему по этому поводу? Страшно, страшно очень. Видите, как